Итак, всем добрый день, кому-то доброй ночи. Сегодня хочу сделать обзор на Карпак. Наверное, я считаю, один из самых лучших, если не самый лучший Карпак для GTA 4. Который называется «Реальные автомобили». Реал Карпак, я его называю Реал Карпак. Пак реальных автомобилей называется. Я много скачивал Карпаков, устанавливал на GTA 4, больше после Vice City и San Andreas. Это как-то по боку прошло. Мне было очень интересно, как бы все-таки HD, и после этого как-то когда Vice City, San Andreas, как-то это не для меня. И поэтому я всегда так делаю, что видите на экране, включаю незаменимость игрока и включаю часы, мне так нравится, как в San Andreas было. Вот. Я частенько возился с GTA 4 именно. GTA 4, потом эпизоды. Вот. И больше всего мне понравилось как бы устанавливать машины. Раньше я не знал, как это делать. Я брал автоматическую установку, ставил там 1, 2, 3, 5, 10 машин, как правило, менял их на такси, потому что такси ездят чаще, чем любые другие машины. Вот. Я хотел, чтобы наши советские машины ставил. И пятерки, и шестерки, и волки, там, и 24, и 24, 10, и 31, 2. И победы, и 21 волгу. Пятерки, шестой, шестерки ментовские. Ну что, вот это Карпак мне больше всего нравится. Я потом ставил Карпаки, это сложно скачивать на сайте GTA Mania. Там есть два Карпака, вот это пак реальных автомобилей. Что в этом Карпаке какие-то два файла, и вас начинают ездить по городу совершенно разные автомобили. В смысле, не только там две такси, три такси есть в игре, две катаются, там они меняются, кабель постоянно, а в Апите до класса они меняются. Две полицейские, еще одна какая-нибудь, которая по дороге где-нибудь там рядом припаркована. И в этом Карпаке как бы вот объединены старые машины, новые. Вот, к примеру, какая тут у нас красная стоит. Красная, бордовая. Не знаю точно, это какой-то, мне кажется, Ford 74-го года. Нет, Dodge. Я на Мальте был, катался на таком Ford. Вот Dodge, пожалуйста, тут вроде Cadillac поехал, да? Ну, такси. Кстати, нет, что-то такси не нравится. Оно как-то в каждом Карпаке есть. Dodge не он вроде поехал, и Stratus. Вот это что у нас такое? Тоже какая-то машина интересная. Вот это Кадиллак, да? Нет, это Форд. Форд. Давайте сейчас, как раз у нас великий автогонщик, угоним какую-нибудь машину. И попробуем прокатиться туда, где у нас стоит Султан РС. Sorry, man, but this is a carjacking. With Winged Software, my presentations are 99% fluff and no substance. Nothing says success in the business world like a slideshow. Nothing says I know what I'm talking about than the ability to break down a complex idea into three simple points per slide. Order a copy of Wing It today. Wing It presentation software, a 720-degree revolution in business practice every day since 1997. It's a revolution. Prepare to be revolted. Нефиг со мной связываться. Так, я помню правила Ютуба, поэтому я звук-то отключу.
Вот. Хотел уж свое любимое радио поставить, но не надо. Катаемся дерьмо. Ну, хотя мысли не было. Будем просто кататься по городу и смотреть, какие машины еще есть. Здесь есть и BMW X5, и Mercedes, вот этот 600. На базе этого 600 есть купе. Вот, пожалуйста, стоит Toyota GTS. Corolla, да? Есть BMW 7, удлиненная вроде, по управляемости. Dodge Voyager вроде. И, кстати, дверь должна быть движная. У Кайда должна быть. Вот, пожалуйста, BMW X5 стоит. Кадиллак Эскалады. То ли Шевроле, то ли Форд Бронко, то ли Шевроле опять. Не знаю точно. О, пожалуйста, куда? Так, давайте покинем. Посмотрим, какая это машина все-таки. Здесь, кстати, как в этом Евротайке нельзя приблизить, посмотреть. Это что у нас? По идее, Султан это вот Субару такая должна быть четырехдверная, а Султан FC должна быть Субару трехдверная. Давайте, кстати, попробуем посмотреть, как она называется. Я не ставил ставить вот этот... мод, который... А это Ферочи у нас будет. Который с легкостью дает выбор машины. Правительство, ну, что-то такое. Вот. А через тренера буду долго искать, поэтому... Уж как-нибудь так. Но это не Султан FC. Не Султан вообще. Султан FC это должна быть Булгер. Это должна быть просто Султан. Вот, пожалуйста, чуть газу дали, вылетим. Кстати, Карпак не перегружает игру, и тем более еще как то самое, что разнообразие автомобилей, не одни такси. Но это точно должна быть Вудо, да? А мне кажется, на Вудо и стоит. Машины все ездят разные, никогда такого не было, чтобы я ставил Карпак, и вот ставил Карпаки, начинали съездить машины. Единственное, что всегда огорчало и огорчает, что крутится руль и не работает спидометр. GTA 4. GTA 4 это, насколько всем известно, движок Rage, а в GTA 5 движок Rage уже переработаны, доработаны, там начинают самолеты, там что-то еще, можно кататься на велосипеде. GTA 4 такое не дает. Да, кстати, на этой машине я в погоню уходить, конечно. Супер, вот уже видим 140. Этим проектный поворот, но неудивительно. Заменены все машины, скажу сразу, даже тот же самый мусоровоз этот, который ездит, сзади к нему там два чувака, как сказать, прикреплены или держатся за него, да, и то его поменяют, это самое интересное. Машину можно найти вот на где как раз последняя миссия проходит с этим какого забываю все это как в этом. Дмитрий что ли?
Там обычно стоит. Что-то мы не туда уехали. Что-то мы не туда. Хотя нет, можно же и так. Да-да-да, вот последняя миссия как раз он сюда уезжает. Сюда уезжает. Так, вот последняя миссия проходит сама. Неважно там, кого выберете, либо убьют брата Ника Белика, либо убьют его девушку. Как-то так. Потом здесь идет перестрелка. И надо на мотоцикле будет догонять его. Вот сюда надо будет ехать за ним, там вот получше прыгнуть. Вот видно отсюда с третьего уже второй остров. Вот там дальше налево поедет, будет прыгать на мотоцикле, взяться с вертолёт. Я что-то три раза нажимаю, пробел, один, два. У меня не получается залезть в вертолет, поэтому последнюю миссию из-за этого пройти не могу. Как бы я снял бы обязательно сделал просто. Не знаю, все замечали, я тоже замечаю, здесь постоянно проходишь сюда, заезжаешь, прилетает вертолет. Какой-то дом разрушенный, да, и жалко за этим. Находится это место здесь. Вот. Как бы, я не знаю, как называется. Вот, вот так вот, короче. Вот. Кстати, где он пролетает, так и неизвестно. Самолет вижу, вертолет не вижу. Но это у нас не похоже на Subaru, это вроде у нас Honda какая-то. Nissan GTX что ли какой-нибудь. Наверное, кто-то в кустах держит машину всегда для отбора. Ну да, по игре красиво, но, конечно, так в реальности. Вот здесь они быстро бегают, почему? Сейчас вспышка здесь, все в порядке. Вот, а теперь предлагаю проехать для салона единственного. Хотя здесь вроде два салона. Да и вначале до ближайшего, который здесь. Если так камеру немножко повыше поставить, вот, то не будет заметно, что руль не крутится. Такое ощущение, что все-таки он его крутит. Недавно играл и еще заметил здесь, то что здесь вот еще, не знаю, правильно, неправильно. Это что у нас, Бентли, да? Что я подъезжаю к этому гаражу, и здесь стоит это Бентли, что ли, да? И здесь вот как я подъезжаю, стоит сразу этот гараж. И когда я подъезжаю, открывается дверь. Здесь стоит эта Бентли, не знаю какая, Мулсан или какая. Если не Мулсан, но какая-то интересная. Значит, не может пролезть.
Не знаю, может, сзади на ней написано. Бентли, да? Какая из них эта машина? Мне почему-то ту больше хочется угнать, чем вот. Ту лучше. Больше хотел угнать. Ту лучше. О, отлично. Я думал, стекло придется разбивать. Так ощущение, что он руль крутит. А, вот, пожалуйста. А за нами уже полиция. А нам только по-любому налево, а нам не получится. Ну да ладно. Здесь как бы они все в перемешку идут, и машины 90-х годов, машины... И 60-х, и 70-х, и убитые, ржавые, и такие. Автора эротика. Здесь тоже смотрю, какие машинки стоят. Ну, а я не знаю, почему они в игре не сделали, что его выключат. Автоэротика. Ни одной машины здесь мне нельзя взять еще. Я не знаю, я все полностью GTA 4 проходил, но сложно. Я точно не знаю. Управление очень реалистичное. Я еще ставил мод на реальное повреждение, не знаю, связано с этим, как это связано. Две-три машины меня переворачивают. Не знаю почему. Управление, а машина очень реалистична. Все двери открываются, салон реально проработанный. Вообще не знаю, что может быть лучше. Карпак. У нас еще Крайсер там поехал, черный С. Насколько я знаю. Здесь еще вертолет пролетает. Взял парня, ударил, да? Вот так стоишь на светофоре, раз, чтобы кто-нибудь едет. Давайте попробуем его догоним. Можем это сделать или нет. Ох, как он топил-то от нас, да? Испугался. Здесь три варианта. Либо он остановится, выйдет, либо он просто тупо будет ждать, либо он выйдет и упадет. Странно. Тебя убивают, то уходит, что падает. А встречки придется его догонять, какой-то станок. Ох, у тебя как унесло-то красиво, да? Как может быть такое, что в тебя въехали, ты вышел, упал? Это бред. Искусственный интеллект, конечно, у них оставляет желать лучшего. Либо приходится за ним гоняться, в данном случае за ним. И, кстати, за кем ты гоняешься, вот так, бывает, игроки меняются. Вроде бы мужик, и вдруг раз ты едешь. Специально катаюсь, там какие-то придумывал движения, а вот соответственно 600 за минуту, 140-й круг. Вот, чтобы как раз заодно по сторонам видно было, какие вообще машины в игре. Ну, красиво. Ну, тут пятерной бонус за езду могу колеса было отдавать. Десятерной, да, ёлки-палки. Вот. Такое ощущение, что... Ой, видите, уже парень вышел, да? И он еще говорит ему, что он виноват. Ну, поехали дальше. Опять парень за рулем черного костюма.
Говорили бы они по-русски, было бы интересно. Это есть таксисты по-русски разговаривают. Что-то такое там. Ты морду, а не, а я тебе, да? Это имбецил! Что-то хорошо. Пусть я не хочу. Сейчас немножко у меня во время записи по ФСБ, да? У меня клана 2. Не страшно. Вышли у меня обойти. Я снимаю направо, так что иди. ФСБ поседает. Сейчас 27. И когда больше машины рядом, да? ФС начинает приседать. Когда меньше машины, все в порядке. Живучий, живучий. Мне, кстати, здесь очень сложно кого-то догнать. Чтобы догнать, это надо уметь это сделать. Я не знаю, как другие играют, там кнопочки WS, AD. Я не могу одной рукой играть. Я играю на стрелочку. Пожалуйста. Не, громоздкая машина, что хорошо, она как бы удерживает ровно. Было бы мне какой-нибудь купе, то это оно бы уже в занос было. Я так понимаю, физика для машины срабатывает только для тебя. С остальные машины как-то скриптованные. Ходить от тебя, догонять тебя как-то. А когда ты садишься за руль, физика начинает работать уже по-настоящему. Может быть, конечно, нет, может, я ошибаюсь. Или так. Что на такой машине вот просто так не смог писаться поворот. Обкисывается. Девка, бег, блондинка, каре, короткая стрижка. Вот, пожалуйста, да? Нет, еще живая. Кто-то постоянно включится. Главное еще, что город сделали, не вообще. Сырым, черным. Они еще девушки делали там. Вообще. Не очень красиво. Хотя-то они достаточно привлекательны, как обычно девушки с ходильной простушкой. Не приодеты они еще, понимаете. По одежде нравится, по прическе. А так это не видно. На лица они не очень красиво. Мерседес, пожалуйста. СЛК, Мерседес, СЛК. О, джипы пошли, пикапы. Она вылетела, что ли? Нифига себе, вылетела. Башкой там пробил пару столбиков, решил поехать дальше. Это азартная бомба, очень азартная бомба, очень. Не знаю, конечно, нравится вам то, что я показываю, но мне это нравится все. Я думаю, покататься по городу, посмотреть разнообразие машин из этого Карпака и...
И, кстати, они такие синенькие, голубенькие, есть очень хорошие, розовые. Вот, пожалуйста. Все. Доездила девка. Мне кажется, так быстро скорая приезжал бы всегда. Я вот как-то никогда не наблюдал, они как это оживить только горевшие могут или не только. Я не понимаю логику вообще, но как можно пытаться оживить сгоревший труп? Ну, поехали в салон тогда. Кто еще такой? Кстати, мне еще не нравится, бывает, когда вот кабриолеты добавляют, вид-то делаешь нормально. Лобовое стекло. Да здесь без вида от первого лица. Как ты лобовое стекло режешь? Бывает. Сейчас я здесь упаду. Да, действительно, самый лучший карпан. Вообще, какой, когда я приходил в страну. Я еще ставил графику. Графику. Она убитая. Вот и такие стоят. Старенькие. Кстати, у него правая фара убита. Только левая работает. Колеса все стандартные, а вот заднее левое колесо оно, кстати, с колпаком. Почему-то только с одним. Вот. Доджи есть. Какие-то лошади, не знаю. Рамк вроде какой. Да, пишите в комментах, какой это был Додж. Вроде Рамк. Старые американские, японские машины. Вот автобус, пожалуйста, поменяли. Это что у нас? Буар вроде, да? Не поваляешь, не поешь, не ударишь, не проедешь. Переулки, как в Москве. Двустороннее движение. Буду угадать. Жалко, что каждый интерьер должен пройти. Обидно. Один из самых лучших карпов. Мне кажется, я подумал добавить. Как называется. Французскую ривьеру. Но... Вот обидно, что в этом салоне стоят только эти. Надо закрыть, да? Стоят только одинаковые машины. То есть бы стояли разные, было бы лучше там. Так, а у нас биты нету, да? Ну, попробуем ножом тогда, конечно. Я даже бит нифига нажал. А сейчас как GTA 4, да, таб бы нажать, допустим. У нас есть другой способ. А чё, в принципе, бояться-то. Ну,
вот и все. Даже второе разлетелось. Просто я боялся, менты там есть, поэтому. Ну, какая красавица, да? Желтые Феррари стоят. И, пожалуйста, даже мотор идеально виден. Я тоже собрал кстати, Феррари, а может, я видим к 8. Это как называется? Феррари. Если я не смог пройти, они могут пройти сюда? Салон закрыт. А Центаури, как же Феррари назывался? Собрал. Феррари ла Феррари какая-то. Вот это вроде Феррари называется 358 в Италии. Диски у меня такие же, там говорят дополнительно. Так, мне какое-то сообщение приходило. Кто? Кто был, интересно, вообще? А это Кики. Давайте позвоним Кике, да? Как бы мне сохранить, как бы я сейчас играю по сохранению, но в этих сохранениях чем мне больше нравится, чтобы он с тремя девушками познакомился и не порвал. Кто-то в полиции, порвать с Кике, позвонить. Вот если позвонить. Каждая девушка что-то любит, кухню. Кики, it's Nico. You want to go out on a date with me? You know how cheap your calling me like this makes me feel? I can't resist you. I'd really like to see you, Nico. I really would. Pick me up in the next hour. I'll be there in the next hour, then. Damn, I lost him. Давайте сейчас заодно проверим. Можно ли уйти от полиции, когда звонишь Кике? Leave a message for Kiki Jenkins after the tone. Kiss, kiss. Китайский район такой же, как у Майфер 2.
Nico, I've been looking forward to this so much. Let's go. Please tell me you didn't waste your hard-earned money on a new top on my account. Does your other whore like the new pants? The new shoes make you look like a pimp. Такая машина обычно переворачивается. Еще там парочку есть. Здесь интересно, работает? This is a company car. Феррари, конечно, не собой целку подавляет. СЛ 65. Are you on drugs? Drive slower! Ну, кстати, вот про ту машину поговорил. Которую, кстати, поменяли, и при всем при этом. Она осталась стандартной. Также едут рабочие, мусоровые. Машины поменяли как мусоровые. Не как самый лучший карпат. Работа у нас поменяна, я не знаю на что. Порт, что ли? Hey, this is nice. Stop me from drinking too much, okay? Давай не будем слишком много пить, да? Ну давай. О. Танцы были танцы. You take your other whores there, do you? The place you get them drunk before you have your way with them? Did you get me drunk so you could do the same thing to me? What are you talking about? Что надо?
I wasn't the one who suggested those tequila slampers. I didn't force the alcohol down your throat. No, you didn't. Sorry if I don't want to kick back a bit when I'm not at work. Get a little buzz on. Is that so wrong? No, it's not. Just don't go all weird on me. Oh. Are you going to run off to your other whore because I've gone a bit weird? Is that how you're treating me now? I'm only treating you with respect, Kiki. Sure you are. Sure you fucking are. I care about you, Nico. So much. Говорят, слишком много. Тут еще и... Я выйду, да? Здесь какой-то... This date could keep going inside your place if you invite me in. How about it? I'm gonna remember this moment forever. It's so special. Let's go inside. Тут не важно, куда ты её везёшь. Nico. Хорошо, когда встречаешься и знаешь заранее, что тут будет. I love you, Nico. Different from go. Ну, в принципе, все, что я хотел показать сегодня. I've got to stop doing that. Всем удачи. Всем пока.